Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Misfit Vapora 2. И сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к Android-устройству. Итак, для этого мы скачиваем приложение, которое называется Wear OS. На часах мы нажимаем на экран и выбираем язык. Нажимаем на галочку. Далее здесь нам показано, что нужно установить приложение. В приложении мы нажимаем «Принять и продолжить», и далее можем подключиться к нашим часам. Далее сверяем коды, которые показаны на экране часов и на нашем телефоне, и нажимаем «Добавить на телефоне», если они совпадают. Теперь мы можем скопировать Google аккаунт на часы. Я выбираю аккаунт и нажимаю «Далее». Теперь нажимаем «Копировать». Здесь нам нужно ввести пароль от нашего аккаунта. И нажимаем «Войти». Нажимаем «Далее». Теперь нажимаем «Готово». И таким образом мы подключили наши часы к Android-устройству. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.